7 сентября около 7 часов вечера в Ярселе на улице Федорова возле дома 24 произошло ДТП с участием несовершеннолетнего. 5-летний мальчик, управляя взрослым велосипедом, выехал со двора на проезжую часть, где столкнулся с движущимся автомобилем. Почему ребенок находился на улице один, без присмотра взрослых, сейчас выясняется. Ребенок госпитализирован, состояние его здоровья пока устанавливается. В связи с случившимся хотелось бы обратиться к родителям, чтобы не оставляли своих малолетних детей без присмотра. Далее, не допускали управления детьми и малолетними велосипедов, так как по нашим правилам дорожного движения до 14 лет дети имеют право кататься только лишь на велосипедных дорожках либо на тротуарах. Ни в коем случае, чтобы дети не ездили по дорогам общего пользования.